Добрый день, ребята! Мы с вами собрались, чтобы почитать книжки на иврите. Сегодня у нас 13-я встреча для группы, которая читает сказки. И у нас такая программа. Мы читаем саму сказку, потом читаем инструкцию, как рисовать одного из героев сказки. Это филин или сова, как хотите называйте. Одно и то же название. Кроме того, мы почитаем скороговорку и почитаем такую стихотворную считалку про числа, про цифры. Так, вот сейчас зайдет еще один человек, и, вероятно, мы с ним поговорим. Сиван, я не знаю, был ли у нас этот человек или нет. Итак, посмотрите пока внимательно на экран. Открылась первая страничка нашего нового текста, и мы будем его... Сиван, можно посмотреть, кто это пришел? Ага. Скажи, пожалуйста, ты будешь читать с нами или будешь слушать? Читать. Читать. Записываю тебя номер 5. Итак, мы читаем книжку и дальше по нашему плану. Мария, пожалуйста, читай название и первое предложение. Яншов. А, нет, вот тут. Сначала название прочитаем, хорошо? Ага. Гахалум шель юнашив вегирит. Мы еще раз прочитаем первое слово во второй строчке. Яна шуф. Видишь? Угу. Теперь с этого слова начинается предложение. Пожалуйста. Яншув вегирит. Рит гаю урим каль галайна. Как мы договаривались читать вот это слово? Эрим коль а. Галайна вехакру эс сиду гаме рухак шель хореш. Хореш. Угу. Мы с вами уже встречали эти слова, но еще раз с ними познакомимся. Пожалуйста, Став, прочитай и ты это же предложение. Лизрох. Но мы еще про один поговорим глагол. Аю эвим. Что происходило? Что они делали? Они бодрствовали. Они не спали. Вспомнил. Это бодрствовали. Да? Это они не спали, они бодрствовали. Они ночью, Коля Лайла. Угу. Видишь, тут написано? Ночь после, да. Не все, да. И что же они делали в то время, когда ночью не спали? И они изучали цидозы, это как бы ша? Нет. Если шаг, то было бы цаадим, шаги, цаад, да, с буквой ай. Да. А тут цидо, амеру. Меухак, шельа, хореш. Кто знает слово хореш? Кто знает? Сейчас я вам скажу полное его... Хореш, чтобы мы могли разные его значения знать. Угу. Хореш – это небольшой лес.
небольшой лес, который состоит из деревьев. Такая маленькая роща на русском языке. Хорошо, и вот они изучали Сидоамерухак. Наверное, ту часть, которая вдалеке этого... Миамиламерхак. Да, мерхак, правильно. И дальше мы читаем Каэт Амда Ашемеш. Да, Каэт Амда Ашемеш. Лизрох. Лизрох — это как бы подниматься. Да, это как бы... собиралось солнце вставать, потому что была ночь, и сейчас да, время рассвета. Солнце да, 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 вот я хочу сказать рассвет. И она поднималась, и начал быть рассвет. Хорошо, спасибо, Став, ты молодец. Пожалуйста, Захар, читай следующее предложение. Тов, Амар, Яншув. Они мне гшея азман лалехе лишон. Лишон. Давайте-ка мы вот еще о чем поговорим. Мы с вами про Яншув уже поговорили. Вот он сидит на одном грибочке. А кто рядом с ним? Кто это Герит? Герит. Полосатый такой зверек, типа бурундучок или что-то похожее на него. Герит. Да, Герит. Это один, а это название одного из маленьких зверьков. И вот посмотрите, получилось, что сова или филин, яншуф, это ночная птица. Ночью она не спит. А когда солнце собралось подниматься, она что сказал яншуф? Тов. Амар яншуф, ани маниах шейгия зман лалехет лишон. Когда встает солнце, для совы или филина наступает время сна. Вот так интересно. Вот они оба на полянке. Хорошо. Захар, прочитай, пожалуйста, еще одно предложение, чтобы у тебя было что читать. Гирит, они мне хшата цудер. Подожди-ка, она гирит, они мне ха. Посмотри-ка, это в женском роде все теперь, правильно? Угу. Угу. Пожалуйста, дальше. Леет литраот ваэр. Ага. Кен пик. Пихка, да, пихака. Что это за глагол такой, пихака? Что она сделала, Герит? Вот мне тут подсказывают еще, что это так называется не бурундук, а барсук. Барсук, он побольше немножко, но тоже полосатый. Так вот, этот, вот эта барсучиха, она зевнула и сказала, что... Они манихаши атацудек. Литраот баэрев. Она тоже пошла спать. Правильно? И договорились, что вечером они опять повидаются. Замечательно. Пожалуйста, Арнольд, читай ты. Я ищу ит офев אל ענף שלו וגירית התקר בלה מתחת לה את ועצמה את עיניה. Лучичка, останавливаемся, потому что тут для нас было несколько сложных слов, правильно? Яншуф эт офеф, то есть он полетел, взлетел, куда? Эль аанав шело. Мы видели, где сидел яншуф?
на своей ветке. Анав – это веточка. Вегерит иткарбеля митохля эц. Мы уже встречали этот глагол «лейткарбель». Если вы вспомните, мы читали сказку, как маленький медвежонок забрался к папе-медведю на спину и завернулся, устроился в его теплой шкуре. А тут наша барсучиха закрутилась под... Так она устроилась спать, да, под деревом. И что она? Отсма эт эйнеа. Ля отцом эйнаем – это глагол, который описывает, что закрыла... Закрыла свои глаза. Глаза. Правильно, Став, молодец. Спасибо, Арнольд. Сейчас будет читать Сиван. После точки начинается новое предложение. Пожалуйста, Сиван. Бемешех зман ма. הכל היחיד שנשמע היה רחש. הרוח בצמרות. אבל הזמן אז נשמע קול חלש. חלש. Молодец, Иван, хорошо. Мы с тобой сейчас каждое слово посмотрим, и ты мне скажешь, знаешь ты его или нет. Бемешех зман ма. Мы тоже уже встречали это выражение, и обозначает оно, Став? Много времени прошло. Ну, много времени. Это... Какое-то время мы даже не знаем, но не очень большое. Угу. А коль аяхид шенишма ая рахаш арох би бацам рот. Скажите мне, пожалуйста, какие слова вы тут знаете, а какие нет? Сиван, какое слово ты не знаешь в этом предложении? Шенишма. Нишма – это послышался, да, или услышался. Мы его услышали. Что услышали? Коль – голос или звук. Звук какой-то. И что это было? Рахаш аруах бе ба цамарот. Цамерет – это верхушка дерева. И этот ветер – в деревьях, в верхушке деревьев раздавался его голос. А вальаз нишма коль лахаш. А потом какой послышался голос? Который шептал что-то, да? Халаш, такой слабый голос. Хорошо. Спасибо, Сиван. Теперь дадим читать Марии. Пожалуйста, Мария, прочитай. Но первое, а я второй. Да, ты будешь после Марии. Угу. Пожалуйста, она, Мария. Первая, да? Она номер один, ты номер два, да. Мы прочитали все по очереди. Нас, вот здесь пять читателей, все по очереди прочитали по одному, два предложения. Теперь опять начинает Мария. Пожалуйста. Гирит лахаш. Яншуф. Еще одно. Кен. Амар гири. Ам. Амра. Амра. Гирит. Гирит. Молодец, Мария. Ты сейчас уже читаешь гораздо лучше. И в этой группе как раз ты очень можешь многому научиться, потому что дети здесь читают очень хорошо. Итак, мы услышали, что наши герои друг с другом начали переговариваться. Сначала зашептал Яншуф, он позвал Гирит, и она ему ответила. Она спросила: «Да, что ты хочешь?» Правильно?
Хорошо. Перелистываем на третью страничку. Пожалуйста, Став, вот теперь твоя очередь, номер два. Они вот целый халом, это то, а халом шат холем, а маленшу. Хаим лоя нехмат, им шенейно нехлом, ала месиба лейлит, ле ора элреа. Какая интересная тут, какое интересное предложение. Посмотрим, Став, что же тут происходило, так, чтобы все дети тоже с нами поняли. Герит сказала, то есть Яншув сказал, они роце. Я хочу представить, ну, как бы, чтобы мне приснилось. Сон, чтобы мне приснилось. Я хочу увидеть сон. Сон, такой. Который у тебя сон. Ну, да, такой же, как и у тебя. Правильно. И... Амагеншув. Ага. И... А им лё... И енехмат. Не было приятно. Если нету шинейно, нету халом. Смотри, здесь немножечко есть такое маленькая такая особенность. А им лё и енехмат. Не будет ли приятно, она его спрашивает, когда появляется вот впереди вот это слово «аим», оно выполняет роль вопросительного. Будет ли приятно, если мы вместе, мы вдвоем, шнейну, на халом аль-масиба, мы увидим. Масиба, начинаю, чтобы они представили, что есть... Начиная вечеринка такая, праздник, да? Начиная вечеринка на свете луны. Да, под светом, при свете луны. Вот как интересно он замечтал, да? Он хотел вместе со своей подружкой не только играть или наблюдать, или что-то расследовать, но и видеть одинаковый сон. Очень хорошо, Став, спасибо. Авалихлом халом утодавал за ившахасы. Улай в шари, манах мулюйдим бдиюк мамаш. Улай закара. Итак, Захар. Кто-то поднимал руку. Мария, ты поднимала руку, хотела что-то спросить. Скажи мне, пожалуйста, что ты... Ладно, я отойду на минуту. Конечно. Не волнуйся, можешь отойти. Мы тебя потом позовем. Возвращайся, когда у тебя получается. Пожалуйста, Захар, ты читаешь следующее предложение. О, Кен, Амара, Ерик. Подожди, Захар. Амара, правильно. Эйзера, Юни, Нейдер. Нейдар. Бо, Нахалоно, Ше, Нейну. Аль-масиба лейлит. Лейлит. Скажи, пожалуйста, понравилась ли эта идея Герит? Хотела ли и она, чтобы так же все случилось? Хотела. Хотела, потому что она сказала? Эйзерайон Нейдар, правильно? И она сказала бо нахалом. Давай вместе, Шнейну, мы вдвоем посмотрим такой сон, или пусть нам он приснится, если бы это было по-русски сказано, аль-масиба лейлит. Лейлит – это ночная, правда? Так, вот Наоми хочет к нам зайти. Светлана, будьте добры, пустите ее, если... Можно, она просто еще училась, вероятно, поэтому пришла чуть попозже. Замечательно, Арнольд, спасибо. Теперь Сиван прочитает последнее предложение в этой страничке. Аз шней эм ацму шу эт энэхэм. Ве эхелу
להיסחף אל, אל מחוזות החלום. אל, еще раз прочитай слово, которое рядом. Мехозот. Мехозот. Халом. Ага, что-то я это слово вспомнить не могу. Дети, кто знает слово мехозот? Помнит кто-то? Секунду, секунду. Мы сейчас... Наоми, скажи, пожалуйста, ты хочешь с нами сегодня читать? Может быть, постараться или... Хорошо, давайте мы, дети, прочитаем еще я раз. Я не знаю, я вообще некоторые слова я да. так знаю, а некоторые слова, думаю, вообще. Что ж, потому мы и начинаем читать книги. Да, я буду. Чтобы понимать все слова и узнавать новые. Как мы узнаем слова? Я буду только читать. Когда читаем. Будешь читать, Наоми? Ты будешь номер 6. Сейчас читает Арнольд. Ой, извини, сейчас читает Сиван, а 6-я будешь ты, Наоми, она номер 5. Итак, мы с вами читаем каждое слово. Обязательно будешь спать. Что еще? Кто спрашивает? Наоми, ты хотела что-то спросить? Нет. У тебя, у тебя микрофон, можешь пока закрыть, пожалуйста? Когда ты будешь читать, тогда включишь, договорились? Спросить, какой номер будет Давид? Номер 6, ты будешь номер 6, а сейчас читает Сиван номер 5. А Давид? Давид. Давид будет, не Наоми? И Наоми, Давид. А, и Давид, ну, здорово, вы пришли, у нас такая хорошая подмога. Итак, мы читаем еще раз. Аз снегем, ацму шуф, эйнегем. Как мы понимаем, ацму шуф, что они сделали и как, когда? Они опять закрыли глаза. Опять снова закрыли глаза. И что сделали? Эхелю... Ле и сахев. Эль мехозот ахалом. И стали увлеченно ждать, когда приснится им один и тот же сон. Ну, хорошо. И мы перелистываем. Ой, вот это да. Мы прочитали, получается, уже всю нашу сказку, но сейчас еще раз ее нам прочитает Наоми и Давид, потому что они немножко задержались и не могли читать с нами. Пожалуйста, прочитайте нам, дети. Наоми, ты номер 6, а Давид номер 7. Сейчас мы просто прочитаем, чтобы все слышали. Мы уже все разобрали. А вы прочитайте для себя, но вслух, пожалуйста. Давид будет, но это он еще не подключил. О, у вас еще там есть помехи, я даже не знаю. Тогда мы с вами, знаете, что сделаем? Мы прочитаем только последнюю страничку. Пожалуйста, Наоми. Они роце, они роце лахалом, эт ото пахалом. Шеат холемет. Амар, амар, амар ямш, ямш, ямш. Так. Аим, дальше. Аим ло их ем нехмат им нену нахалом аль Месива, Лейлит, Леор, Хайере. Хорошо, Наоми, закрой, пожалуйста, свой микрофон, потому что мы не можем слышать. Ну, в принципе, нам было, конечно, слышно, что ты читаешь, но это было трудно слушать.
мы переходим с вами к чтению инструкции по рисованию. Кого мы будем рисовать, Мария? Посмотри, прочитай, пожалуйста. Яншуф. Яншуф. Нам сейчас расскажут, как нарисовать филина, сову. Это можно переводить как хотите. Итак, прочитай, пожалуйста, первую строчку. Тебе видно внизу, вот тут есть... Так, я приподниму чуть-чуть. Не юшвет по бейца лигиот яншух меот руца. Руца. Став, пожалуйста, ты тоже прочитай начало. Тут не очень четко прочитано было. Я прошу тебя сделать еще. Почему я не могу отставить камеру? Ну, я так прочитаю. Сина юшевет по бейца лигиот яншух меот руца. Меот руца. То есть вот это начало, первый рисунок, первая деталь при рисовании. Если хотите, то можно взять быстренько карандаш и ручку и нарисовать. Теперь, Захар, пожалуйста, прочитай пункт 2. Не цаерла наиму... А гулёт у гдолёт в знаем тонот мешула шо. Замечательно. Итак, если мы будем рисовать нецаер, мы нарисуем ла ей эй наим. Агулет. Какие будут глаза? Агулет. Круглые. Вегдолет. Веознаем. Ктанот. Какие будут ушки? Маленькие. Вемешулашот. И какие? Треугольные. Треугольные. Замечательно. Очень хорошо, Арнольд. Захар. Теперь Арнольд прочитает третью страничку, но пока одно только предложение. Пожалуйста. Штей кнафим. Кнафа. Кнафаим бацад э аголь. Аголь. Дальше. Вуштей Раглайн шело типоль. Типоль. Зачем мы рисуем две ноги шело типоль? Для чего рисуем ноги? Чтобы шело типоль. Для чего? Чтобы не упасть. Чтобы не упасть. А еще мы тут рисуем штейкнафаем. Что мы рисуем по бокам? Два крыла. Два крыла. Итак, сейчас следующее предложение прочитает Сиван. Посмотри, пожалуйста, Сиван, тебе видно? Или увеличить текст? Вот в этом месте мы читаем. Носив баэнца гамма макоу венот Сот шеягену мипней агор. Ага, вот как интересно, Наоми. Скажи нам, пожалуйста, что же нужно нам добавить? Что мы добавим? Носив баэнца гам макор. Что мы добавим? Макор. Макор. Клюв. А где он будет расположен? Баэнца. Где это? Став, ты пока не подсказывай, потому что Наоми, Сиван сама знает, правда? Потому что баэнца это в середине, правильно? В середине мы добавим клюв. И да, кроме да. клюва, но цот.
Но цот – это перья. Перышки. Для чего они, эти перышки, с птички? Ше. Венумипнеякор. Чтобы защищали от холода. Холода. Умница, молодец. Замечательно. Прочитала и хорошо перевела. Прекрасно. Переходим к последнему предложению. Наоми, ты можешь прочитать? Тебе видно? Или Давид будет? Кто у вас сейчас может открыть? Пожалуйста. Кто читает? Дети. Наоми, будешь читать? Я буду читать. Пожалуйста. Кто... Вахинок мо бахишул мехабейцаяца яншу. Это Давид уже, да? Давид пришел? Да. Угу. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, Давид, как ты понимаешь кмо бакишув? Скажи, как это слово? Кмо бакишув мехабейца яца яншув. Кишуф – это какое-то, какое-то волшебство, какое-то колдовство. Правильно? Помните, мы читаем в первой группе Махашифот, про Махашифот, да? Они колдуньи. И вот тут тоже какое-то колдовство, как будто бы, как в колдовстве, выходит из яйца, бойца, выходит такой красивый рисунок. Дети, я вам предлагаю сейчас прочитать на микрофон вот эту. Мы сейчас с вами остановимся на минуточку. Я сделаю новую демонстрацию. Я еще не закрасила. Что сделала? Я еще не закрасила. Так, ты пока раскрашивай или просто нам покажи. А сейчас кто хочет прочитать на микрофон вот третью часть нашего стихотворения? Я хочу. Так, хорошо, вот уже поднял Давид, руку. Давид хочет. Хорошо, сейчас да, все прочитают. Итак, внимательно смотрите. Скажите, пожалуйста, видно ли вам вот эту картинку, которую мы с вами сейчас читали и рисовали? Видно? Став. Да, видно. Подходи тогда к экрану и смотри внимательно на микрофон. Начинаем читать. Раз, два, три. Штей кнафаем бецата агон ושני רגליים שלא טיפול. נוסיף באמצע גם מקום ונוסות שהגענו מפני הקור. Замечательно. Я была 12 секунд. Очень хорошо. Кто не хочет прочитать? Наоми или Давид? Давид. Давид, пожалуйста, Давид, скажи мне, тебе видно текст? Да. Я включаю для тебя микрофон, и ты читай. Только не торопись, это не обязательно как скороговорку. Записывай так, чтобы было красиво слышно все чтение. Итак, начинаем. Штыква на файм бацарха голю, швей реглаем шхольти фолю, носим бэмца кам гамма-код, выноцот шейногу мифней хакод. Немножко ты поторопился, и я прошу тебя прочитать медленно две последних строчечки. Пожалуйста. Уштык на файм бацарха голь, уштей реглайм шалёт и фоль. А я просила две последних строчечки. Еще, пожалуйста, продолжай. Сив бэмца гамма кор, вэнацот шэдэну мифней хакод. Хорошо. Мы не будем обращать внимание, насколько тут есть секунд, потому что надо было немножко перечитывать, чтобы было точно слышно. Кто еще хочет прочитать? Захар, хочешь прочитать? Арнольд, хочешь прочитать? Да. Пожалуйста. Сиван, ты тоже хочешь прочитать? Хорошо. Да. Сейчас читает Арнольд, потом читает Захар, а потом читает Сиван. Скажи, пожалуйста, Арнольд, видно тебе текст? Арнольд? Да.
Я включаю микрофон, смотри внимательно на экран. Пожалуйста. Штейк на файм бацад и огонь вуштей раглайм шило шило типол. Носив ба эмца гам маком. Макор. Пожалуйста, Арнольд, еще один раз внимательно посмотри на это слово. Эмца гам мако в ноцот шеягену ми пней ако. Хорошо, молодец, спасибо. Итак, теперь читает Захар, правильно? А после Захара будет читать Сиван. Посмотри внимательно, Захар, тебе видно? Видно. Текст. Я включаю микрофон. Раз, два, три. Эк на файм бацаля оголь, ваштей раглаем шелати поль. Носи баэм цугам макор, в нотор шеягену мифней окор. Хорошо, молодец. Теперь пришла очередь Сиван. Ты еще не записывала раньше никогда с нами, Сиван? Нет? Посмотри внимательно на текст. И когда я включу микрофон, он будет синенький. И ты в это время начинай читать. Договорились? Раз, да. Два, три. Штей кнафайн бацад. Эль агол уштей раглайм шело типол носив ба эмца гам макор веноцот шеягену мипней хакор. Замечательно, молодец, спасибо. Итак, мы с вами прочитали. Сейчас мы послушаем, как Сиван читала. Ты хочешь себя послушать, Сиван? Нет, не хочешь? А хочешь послушать, как кто-то другой читал? Кто можно, хочет? Как я. Как ты? Ты у нас первый читал? Да, надеюсь. Да. Слушайте, дети, как читал. Здесь меня будет слышно. Да. Только ты, пожалуйста, закрой сейчас у себя микрофон и будем слушать. Слушайте внимательно. Штейк на файн бацад агол, вуштей раглайм шело типол, носив баэмц гам маком, веноцот шеягену мипней хакор. Замечательно, правда? Штейк на файн. Подожди, да. Ага. Как, понравилось тебе, Став? Было хорошо, но только меня, я говорю громко, оно меня не очень слышит. Ты знаешь, может быть, просто у меня не на всю максимум, не на весь максимум включен. Ой, простите. Ну, это будет слышно, это будет слышно все равно. Когда ты после окончания нашего урока зайдешь потом в группу и попробуешь послушать, может быть, тебе будет слышно лучше. Итак, мы с вами прочитали, записали, и теперь я вам хочу предложить, это мы останавливаем. Что-то было написано в чате. Мария, ты что-то плачешь, что случилось? Ты хотела что-то спросить? Мария, что у тебя случилось? Почему ты плачешь? Скажи мне. Просто я несколько раз руку подымала. Маленькая моя, ты хотела почитать, и я тебе пропустила тебя. Не надо плакать, сейчас я тебе опять включу, и ты почитаешь. Сейчас ничего тут страшного у нас не случилось. Если я не увидела, бывает так, потому что у меня на экране не все видно. У меня только некоторые дети
видны, а некоторые меняются то туда, то сюда. Скажи мне, Мария, ты видишь сейчас наш текст? А? Я тебя не вижу, но как ты видишь ли этот текст? Сейчас я постараюсь тебя поискать. А, вот я тебя сейчас вижу. Скажи, пожалуйста, ты видишь этот текст? Да. Да? Хочешь его прочитать? Итак, смотри на микрофон. Я его включаю, и ты читаешь, и совсем не надо плакать. Раз, два, три. Читай. Шнейн кнафайм бецад ха голь. Ушнейм раглайм шело типоль. Но сиф беам ца гамакор. Венуцот шея гну ми. Очень хорошо. Я только прошу тебя прочитать самое-самое первое слово, которое в первой строчке. Еще раз. Нет, нет, нет. Я хочу, чтобы ты его прочитала. Штей. Вот сейчас я вижу, что ты прочитала. Молодец. Итак, нужно только очень внимательно смотреть. Все хорошо, Мария? Не будешь плакать? Нет? Кто еще? Вот тут в чате кто-то написал. И я сейчас, я вижу, что ты нарисовала много плачущих. Так, Давид, ты что-то хочешь спросить? У тебя тоже поднята рука. Я забыл ее опустить. Опускайте все руки, и мы с вами продолжим читать дальше. У нас еще есть интересная тема, которой мы можем... Сейчас я открою. Мы вот здесь с вами читали, закончили читать, и будем читать смешное стихотворение. Пожалуйста, Став, посмотри на экран. Что у нас тут нарисовано? Нет, 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 минуточку, Став. Тиршом. Тиршом, питка. Верак шелоти тен зрика. Зрика. Чего боится этот больной человек? Чего он боится? Зрика – это укол. Он боится, чтобы ему не поставили укол. А что он согласен принимать? Он хочет тивдок, тиршов. Тивдок, вот ты проверь меня. Напиши, птака ты, наверное, диагноз. Да, напиши ему, он хочет, чтобы ему написали рецепт на какое-то лекарство. А тут еще он спрашивает, улайте мдодли эт ахом. Может быть, проверишь, нет ли температуру? Хорошо, молодец. Захар, пожалуйста, и ты прочитай это стихотворение. Видно тебя? Да. Ты не включил микрофон, а вот теперь включил, я вижу. Руфе, они холею, улай, тимдот ли это хом. Тивдок, ути, тиршум, бика, верак, шело, титен, зрика. Спасибо, Захар, молодец. Ты очень внимательно и хорошо читаешь. Теперь это же стихотворение прочитает Арнольд. Пожалуйста. Рофе, они холе, айом улай тимдод ли эт ахом. Тивдок оти тир. Сом, тершом. Тершом фит. Пи, питка. Пит. Ка верак шело титен зрика. Хорошо. Скажи, пожалуйста, Арнольд,
Слово питка, что это такое? Лекарство, что ли? Это записочка, как бы, да? То есть он просит выписать ему рецепт. Как рецепт называется? Миршам, тот, что выписывает. Хорошо, молодец, замечательно. Это же стихотворение читает Сиван. Ты хочешь прочитать, Сиван? Да. Пожалуйста, начинай сначала. Рофе ани холе хайом улай тимдод ли эт хахом тирдок оти тиршо тиршом. Тиршом? Что тиршом? Питка верак шело питен зрика. То есть мы видим, что он боится уколов, правильно? Наоми, Давид, вы хотите прочитать кто-нибудь это стихотворение? Можно, Наоми? Пожалуйста, Наоми. Рофе ани холе хайом улай Тимдод ли эт ахом. Тивдок ути тиршон питка враг шело титен зрика. А что больной просит ему измерить? Тимдот ли эт ахом? Наоми, что он хочет проверить, или чтобы у него? Тимдот ли эт ахом? Как ты думаешь, что он просит проверить у него? Кто дети скажут, что ему нужно проверить? Лекарство. Лекарство, температура. Температура? Нет, Хом – это температура, правильно. Нужно. А вот лекарство он просит выписать тиршом питка. Маленькую записочку, где он напишет, какое нужно лекарство. Так, Давид будет читать? Наверное, нет. Очень хорошо, мы все прочитали. Да. Что, будешь? Буду читать. Пожалуйста. Рафе ани холе хайом улетим дотли эт хахов тивдок оти тирошо питка вырак шелете тензрика. Хорошо, молодец, очень хорошо. И мы с вами начинаем сегодня потихоньку читать такую книжку, которая вообще-то нужна для тех детей, которые учатся считать. Но мы с вами будем эту считалку читать, чтобы знать тут каждое слово и чтобы хорошо научиться читать разные шрифты. Это книжка про цифры. Итак, начинает ее читать. Мария, тебе здесь будет читать сложно, поэтому начнет читать Став. А ты, пожалуйста, сейчас только слушай. Пожалуйста, Став, начинай. Бетух бейца эхат, колпад эхат нехмат, капец кфица эхат. Капец кфица, эхат, ала эле амат, ликуд эхат. Нет, секундочку, Став, я хочу, чтобы мы с тобой последнюю строчку вот здесь тоже прочитали. Амад. Куда он, что он сделал? Кафец кфица. И стоял на листе. Он сделал один прыжок. Он прыгнул на лист. Ага, кафец это прыжок, а кафец это он прыгнул, что кфица. Один прыжок он прыгнул и оказался На листике. Угу. А Карпат это кто у нас такой? Карпат это
Это... Жаба или лягушка не особенно важно. Правильно? Вот тут вот мы ее видим. Но про него сказано, что нехмат. Да, миленький такой. Хорошо, Став, ты прочитал одно предложение. Теперь Захар прочитает второе. Я могу и второе. Обязательно потом еще прочитаем. Да, это такое стихотворение, которое нужно научиться выговаривать. Тут трудные слова, это как такое упражнение для языка, чтобы правильно произносить буквы и по очереди их говорить. Пожалуйста, Захар. Угу. Реку ты хат ракан, еда, эхат букан, нишкарбу ана цан. Нишкав, правильно вы проговаривай. Бе ниф неху, ниф муху, баят. Ага. Итак, расскажи нам, пожалуйста, Став, про те слова, которые мы только что прочитали. Рекуд, ракад. Что это будет? Рекуд – это когда танцуют, я знаю. Да, когда танцуют, танец. Танец. Подожди. Ракад это танцует. Подожди, Став, ведь говорит сейчас у нас кто? У нас сейчас говорит Захар. А, правильно? Да, да, ты показал, что ты спросил меня. Нет, ты говорил нам про первое предложение, а сейчас уже мы читаем второе. Да? Да. Хорошо. Так вот, пусть мне Захар сейчас скажет, что, как он понимает вот эти два слова рекуд, ракад. Скажи мне, пожалуйста. Рекуд – это танец, правильно? А ракад – это танцевал. Угу. Согласен? Mm-hmm. А вот следующее слово – кида, ахат, укад. Кто знает это слово? Сейчас мы его найдем. Я почему-то тоже сейчас никак не могу его вспомнить. Мы его сейчас... А, ну-ка. Поклониться. Оказывается, это слово обозначает поклон, кида. И кат – это поклониться. Один поклон – поклониться. И дальше. Не шкафлю, аль отсад. И что он сделал? Улегся на бочок. В нифнав. Нифнув, баят. Тут прямо слова одни и те же буквы, как будто бы и звуки, но мы должны их различить. Нифнав, нифнув. Что это? Нифнав и нифнув. Да, Став. Это имя. Это имя. Нифнав и нифнув, это что за... Это нет, это он что сделал? Он помахал один мах своей рукой. Нифнав, нифнув, баят. Вот так вот сделал. Нифнув это помахал, да? Помахал, правильно, замечательно. Итак, мы прочитали на первый раз одно стихотворение. И сейчас мы останавливаемся. Почему? Потому что уже 5:58. И мы с вами заканчиваем нашу встречу, заканчиваем наше занятие. Я надеюсь, что вам понравилось. Мне было очень-очень интересно слушать, как вы читаете, потому что я вижу, что вы хорошие чтецы. Завтра в 4 часа, если кто-то из вас захочет прийти читать книжку про девочку Гайди, я вас приглашаю. Пожалуйста, приходите в 4 часа. По этому же адресу, где мы с вами встретились сегодня.
Всего доброго. До свидания.